Игорь Асадуллин управляет трамваем уже 32 года. Пришел в ТТУ сразу после армии. Здесь же познакомился с будущей супругой. Работа в транспортном предприятии – это стабильность, уверен Игорь. Несмотря на пандемию, он и его коллеги ежедневно выходят на передовую. У нас за плечами уже и столетие, и чемпионат мира. 50-летие, никогда не забуду, победы, когда был первый салют, такое массовое гуляние. У нас за плечами уже столько всего, что это наша работа. Пока мы нужны городу, мы работаем. Раз мы нужны, мы здесь. На предприятии работают 3200 человек. Каждого необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты, масками и перчатками. Причем в день одному человеку необходимо несколько штук. Больше 1000 масок работникам предприятия вручили представители городской думы. Благодаря всероссийской акции «Мы вместе». Если вы приняли для себя этот вид передвижения, обязательно находитесь в маске. Но, к сожалению, большому, далеко не все наши граждане, да, так сказать, проявляют такую сознательность. Вот, но у них выбор – пешком идти, ехать на личном транспорте или вообще не передвигаться. А у сотрудников транспортного управления – это водитель, кондуктор, значит, это его работа. И находится он целую смену. Помогать нужно всегда, особенно в то время, в котором мы сейчас проживаем. Эта помощь нам нужна, ну, практически как воздух. Все подвижные составы продолжают обрабатывать специальным веществом, рекомендованным Роспотребнадзором, дважды в день. Но и самарцам необходимо проявлять сознательность и не пренебрегать средствами индивидуальной защиты, подчеркивают городские власти. Мария Левина, Максим Гусев. События.